Привет, мои дорогие зрительницы! В этом видео, вы знаете, я обычно начинаю показывать вам сразу же подробненько детали своей работы, но в этом видео я хочу в самую первую очередь сделать для вас очень полезный подарок, очень практичный, очень полезный. Запоминайте следующую комбинацию букв и цифр. НАТО, заглавные буквы, 22. Это специальный промокод, который я приготовила для вас и по которому вы сможете получить замечательную, очень полезную 5% скидку при покупке пряжи в очень большом интернет-магазине, который называется пряжа.су. Итак, если кто-то не знает до конца, что такое промокод, это когда вы делаете заказ на сайте и указываете вашу фамилию, адрес, телефон, там будет специальное поле, где будет написано «Введите промокод». Вот именно туда вы вводите комбинацию этих букв и цифр, запомнить нетрудно, НАТО-22, и вы получите скидку в этом магазине. Классный, по-моему, подарок, очень выгодное предложение, не упустите случай, всегда приятно получать скидки, потому что предложение имеет ограниченное действие, оно действительно до 31 марта, поэтому скорее выбирайте вашу пряжу. Есть некоторые позиции пряжи, на которые не будет действовать эта скидочка, я укажу их в описании, это буквально пару названий. А так, выбор, все в вашем распоряжении. Вот, и я приобрела там вот такого вот пушистика, мохнатика, кролика, из которого я тут целый сериал связала. Я пока не буду раскрывать все, что я связала, буду показывать вам постепенно, потихонечку. Ну и начнем мы сегодня вот с этой вот чудесной, нежненькой кофточки, кардиганчика из такой нежненькой крольчатинки. Пройдемся по основным измерениям. Значит, в ширину моя кофточка равна, ну, здесь будет, так, сантиметр немножечко, 46, 90 получается 2, да, сантиметра у нас будет объем, по объему. Так, что касается длины изделия, давайте вместе с вами измерю. От высшей точки плеча я беру начало. Так. Ну, вот классические 60 сантиметров. Так, что, давайте мы еще пройму посмотрим. Пройма у нас будет с вами, ну, 20, так, если чуть точнее, давайте, 20-21 сантиметр. Пройма, ну, длину рукава это всегда индивидуально, по росту смотрим. Ну, в принципе, тоже практически стандартная величина. Давайте я вам скажу длину рукавчика. Так. Длина рукава у нас будет с вами 56 сантиметров. Ну и плечика давайте тогда померим. Плечика. Ну, грубо 15. Грубо 15. Глубина выреза тоже давайте от высшей точки измерим. Глубина выреза. От высшей точки плеча я имею в виду. 22, где-то 23 сантиметра. Да? Ну, вот такие вот параметры, чтобы вы понимали, да, в каком размере получается изделие. Ну и давайте я вам еще подробно во всех деталях покажу изделие. Обратите внимание, как оформлена резиночка, планочка цельновязанная, пуговки я выбрала такие, как, знаете, как из ракушки, да? Ракушечник, по-моему, называется материал. Планка переходит у нас постепенно в горловинку по спинке, с изнаночной стороны, посмотрите, как аккуратно все. Сшивать, я вам покажу, как сшивать будем планочку по центру спинки, все научу вас. Давайте посмотрим плечевой шовчик.
Здесь я решила его немножечко скрепить, чтобы он не растягивался. Тоже интересный шов с помощью крючка будем делать. Рукавчик у нас бесшовный. Посмотрите на манжетик. Нигде нет швов. И посмотрите, как оформлен край, фабричный край. Очень красивый, аккуратный. Так. Давайте мы еще посмотрим, заглянем внутрь кофточки. Так, петельки, кстати, тоже очень красивые, аккуратные. Посмотрите, сделаем вместе. Я вам покажу, как их делать. Кто со мной уже давно вяжет, тот умеет. Давайте заглянем внутрь кофточки. У нас нет боковых швов. Смотрите, видите, гладенько рисунок перетекает с полочки в спинку. А рукавчик мы с вами будем ввязывать. То есть даже не пришивать, а вывязывать. Да, и будем формировать окат у рукава. Так, ну вот поближе вам подол покажу. Тоже у нас фабричный край будет снизу. Очень красиво и аккуратно, на мой взгляд, все. Пишите, что вы думаете на этот счет. Еще один момент, девочки. Вот такая пряжа и подобная ей, да? Речь идет о кролике, о пухе-норке. Я в конце видео, обязательно посмотрите, когда мы свяжем с вами изделие, я вам покажу один способ, возможно, вы его знаете. Как сделать эту пряжу еще более пушистой, еще более ворсистой, еще более мохнатой. Да? Такой секретик есть. Ну, кто-то знает, кто-то нет. Я вам покажу. Она раскроется еще больше, еще пушистее. То есть просто вообще будет классно. И последнее. Дорогие мои мастерицы, если вы считаете, что я проделала достойную работу, если я вам помогла, если вам нравится со мной вязать, и в конце концов, если вы просто хотите поддержать меня и мои труды, я вас призываю купить какой-нибудь мой мастер-класс. Для этого достаточно нажать на кнопочку «Спонсировать». Это символические деньги. Для вас мелочь, для меня огромная помощь. А для тех регионов, где нет такой кнопочки, я оставлю реквизиты, номер своей карты «Альфа-банк» внизу под видео в описании. Все, хватит болтать, давайте начинать вязать. Давайте начнем по традиции с пряжи. Let's start with the yarn from the very, very beginning. And look what I have today. Смотрите, сколько у меня крольчачьей нежности сегодня. Look, this is rabbit. This is a rabbit, yes? This is a rabbit yarn. And let me explain what it means. Итак, смотрим. 70% пух кролика. So this is rabbit yarn. И 30% у нас нейлона. Nylon, yes, 30% of nylon. Итак, у нас 160 метров. We have 160 meters in 100, ой, sorry, in 25 grams. На 25 грамм у нас 160 метров. Ну, все видно, все понятно. Итак, я использовала спицы. Так, let me show you my sticks. Так, 11. Ну, по-моему, это 2,5 по системе. My sticks are number 11. Yes, number 11. И вот такой у меня получился образец. Look, this is the sample. Very beautiful. So soft. Такой он нежненький, девочки. Такой приятный. Кролик. О, это просто прелесть. Вы получите удовольствие вот просто от тактильных ощущений. Уже просто кайфанете, пока будете вязать кофту. Давайте измерим. Let's measure the sample. Так, давайте измерим образец. We have 18 loops. У нас 18 петель в 10 сантиметрах. We have 18 loops here. И у нас, девочки, я посчитала по рапорту, потому что рисуночек, видите, как извивается. У нас в 10 сантиметрах 24 рядочка. We have 24 rows, yes, in 10 centimeters. Так, ну основные моменты назвала, спицы назвала. Давайте вязать. Самое главное забыла. Девочки, я вяжу в две нити, в две. Потому что, ну, поодиночке это немножечко другая модель, другой вариант будет совсем. Я здесь беру две ниточки, да? Две ниточки. So, I double the thread, yes? I double it. Давайте начнем с набора петель. Let's start with 197 loops. Нам нужно набрать 197 петель. Свободный конец нити оставьте очень длинным. Leave your thread quite long, about 3 meters, yes? И давайте начнем. Вы можете вообще набирать любым способом, каким вы знаете, каким вы умеете, но я, как всегда, пользуюсь итальянским. You may start your loops with your own way, as you wish, as you can. Look how I'm doing this. Итак,
Заводим спицу слева направо. Put your stick from left to the right and make a crossing. И сделайте скрещивание. Затем repeat after me. Повторяйте за мной. Две петли уже у нас. Look. One, two, three, four, five. И так далее. 197 петель. У меня готовы 197 петель. I'm ready with my loops. Now let's knit the first row. Давайте начнем вязать первый ряд. Первую петельку снимаем. Put the first loop onto your right stick. Yes, then put the second loop onto your right stick and leave the thread in front of it. Нить оставляем перед петлей. Then knit, затем лицевая. Again, put the loop onto your right stick. The thread is in front of your loop. Лицевая. So repeat up to the end of the row. Второй ряд точно такой же. The second row is absolutely the same, but first loop you knit, and then you put it on your right stick with the thread in front of it. Просто начало будет с лицевой петли, а затем уже изнаночная. Okay, finish the second row. Вяжем второй ряд. Третий ряд. The third row. Итак, снимаем первую петлю, нить перед петлей, лицевую провязываем. Да? Он похож на предыдущие наши ряды. Put this loop onto your right stick, the thread in front of it, and then knit. The third row is just the same, yes? А в четвертом ряду, and in the fourth row, look what I'm doing. Knit, purl, knit, purl. А в четвертом ряду вяжем лицевую и изнаночную, как они есть. Затем повторяем третий и четвертый ряд. Then repeat the third and the fourth row. Когда вы провяжете где-то 2,5 сантиметра, when you finish with about 2.5 centimeters with your elastic, настанет время вязать дырочку для пуговки. It's time to knit the hole for the future button, yes? Because here is going to be a button placket, yes? If I'm not mistaken, and name it correctly in English. Okay, look how I'm doing this. Смотрите, как мы это делаем. Мы с вами в лицевом ряду. This is the front side of our cardigan, because the first loop is knit. Видите, первая петелька лицевая, значит, мы в лицевой стороне. Итак, look, one, провязываем, two, three, four, five, six. Провязали 6 петель по рисунку резинки, да, у нас лицевой ряд. Разворачиваемся. Make a turn. Снимаем. Вяжем изнаночный ряд. Так, изнаночный ряд мы вяжем. Стоп, не так. В изнаночном ряду knit. Put the loop onto your right stick. Thread is in front. Knit. Ну, как мы вязали, да? Чередовали с вами третий и четвертый ряд. Провязали. Хорошо. Then make a turn. Снова разворачиваемся. Снова в лицевом ряду вяжем. Knit, purl, knit, purl. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая. Now, look here. Yarn over, yarn over. Делаем два накида. И продолжаем с вами вязать весь ряд up to the end, до самого конца. Затем возвращаемся. Then come back and I'll show you what to do next. То есть, вот, я вяжу ряд как... Я бы его обычно вязала. Yes, I go on knitting. Теперь я в изнаночном ряду и подошла к нашей петельке для пуговки с изнаночной стороны. So Google says that this side of my cardigan is called semi-side. Yes, semi-side. So I'm on the semi-side and look what I'm doing. И смотрим, что я делаю. Я провязываю последнюю петлю вместе с накидом. I take the last loop, take the first yarn over and knit them, look, together. Yes, together. Then I make a turn again. I turn. I don't finish this row. I make a turn. Leave one yarn over here. Накид оставляю, не довязываю до конца. И ухожу в изнаночный ряд. Ой, вру. Это у нас будет лицевой ряд. And here is the front side of my cardigan. Ну, вяжем ее по рисунку. Здесь у нас лицевая, изнаночная, как изнаночная. Лицевая.
изнаночная. Заканчиваем лицевой ряд. Вяжем, вяжем, вяжем. Then come back. Затем возвращаемся. И покажу снова, что делать со вторым накидком. And I'll show you what to do with the second yarn over. И я вновь в изнаночной стороне. Look, I'm again on the seamy side of my cardigan. И второй накид у нас остался. Мы тоже провязываем их вместе. We also knit them together, both. Yes, yarn over and our last knit. And now let's join the two parts. А теперь давайте соединим обе части и продолжим вязать так, как если бы это был один ряд. Да? У нас изнаночный ряд, поэтому изнаночные снимаем, лицевые провязываем. So let's finish the row. Now make a turn. Разворачиваемся. Make a turn. And look what we have. We have a very beautiful hole for the button. Hello! Все, у нас отличная петелька для пуговки получилась. Now you just continue to knit. Все, просто продолжаем вязать. Высоту резиночки, какая у нас осталась. You knit, purl, knit, purl, as usual. Yes? Just continue. Ну и пока вы не свяжете необходимую высоту резиночки. Я закончила с резиночкой. I finished my elastic. Look here. И теперь мы с вами давайте вот что сделаем. We are in the seamy row. Мы в изнаночном ряду. Давайте провяжем этот ряд изнаночным. Look here. The first 10 loops is our button placket. Первые 10 петель – это наша с вами планочка для пуговиц. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes? 2, 4, 6, 8, 10. Yes. 10 loops. Okay. Поставьте put a mark. Поставьте маркер. Следующая петля, она всегда будет у нас в изнаночном ряду лицевая, а в лицевом изнаночная. The next loop is always here knit and here purl. Always, always. Далее вяжем все петли изнаночными. Then purl. All the loops purl. Purl, purl, purl. Все изнаночными вяжем, вяжем, вяжем. Приходим вот сюда. Теперь я в конце изнаночного ряда. So this is the end of my semi row. And look, I have 11 loops here. У меня здесь 11 петель. Вот эта петелька всегда будет лицевой, а здесь изнаночной. This loop is always knit here and always purl here. Put a mark. Ставим маркер. And this is our button placket. И вот снова наша планочка для пуговок, она всегда будет вязаться так же, как и резиночка. You will knit it always as you knit, as you have just knitted the elastic. Yes, the pattern here is always the same as it is over here. Okay, make a turn. And now let's knit the main pattern of our cardigan. Ну, а теперь давайте начнем вывязывать рисунок. Now let's knit the main pattern of our cardigan. Start with the 10 loops of your button placket. Провяжите 10 петель планочки, да, по рисунку резиночки. So you mark it, put it on the right stick, перенесите маркер. And let's start. The first loop is purl. Первая петелька, вот такой значок, означает изнаночная. Изнаночная. Now, two knits, две лицевых, две клеточки лицевых. Кругляшок обозначает накид, yarn over. Делаем накид. 6 петель, 6 loops, knit. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли вместе, наклон вправо. 2 loops together, knit. Look, from left to the right. Yes? And we have one. Instead of two, we have one loop. And start again. И начинаем заново. Вот он наш раппорт. Повторяем. Окей? Давайте вместе провяжем еще разочек. Изнаночная. Purl. Two knits. Две лицевых. Накид. Yarn over. Шесть лицевых. Six knits. Four, five, six. Две вместе. Лицевой наклон вправо. Two loops together. From left to the right. Yes? So, you make them look like they are, you know, they look from left to the right. Okay. Knit this pattern four times.
Когда вы провяжете этот раппорт первого ряда 4 раза, 1, 2, 3, 4, помещаем маркер, put a mark, да? Это будет наша правая полочка. This is our right side front part of the cardigan, yes? And now let's start with the back. А теперь это будет спинка. This is the back of the cardigan. We have here our pattern 8 times. 8 раз мы будем вывязывать этот раппорт. То есть вот этот рисуночек повторяем 8 раз. Repeat this part 8 times. Okay. Now put a mark, ставим маркер, отделяем спинку. And this is the left side of front side. А это наша левая будет полочка. Оставшиеся тоже 4 раппорта. We repeat our pattern 4 times here. 4 раза повторяем раппорт. Все, никак не привыкну. И заканчиваем планкой для пуговки. После 4 раппорта рисунка, смотрите, вот эта петелька, она изнаночная. The last loop is purl, you know? You remember? It's always purl before you start knitting the button placket. So вот, this is the end of the pattern, and here you just purl. Все, эта петля у нас всегда будет изнаночной. Ну, чтобы симметричный рисуночек наш выглядел, и отделилась планка от рисунка. Так, все, заканчиваем планку. Я в на изнаночной стороне во втором ряду. This is the second row and the seamy side of my cardigan. Look, what we have in the second row. Yes, let's knit together. Провяжите петли планочки. Knit the loops of your button placket. Then, the first loop knit. Первая петля лицевая. Здесь она будет всегда изнаночная. Then, провязываем изнаночные. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 10 times you purl. And then you knit again. А зачем снова лицевая? Да? Чтобы она у нас на лицевой стороне всегда выглядела изнаночной. Да? Вот здесь она будет изнаночная. А здесь лицевая. Again. 10 times you purl, then knit. 10 times you purl, then knit. И таким образом вяжем второй ряд. В третьем ряду наши условные обозначения точно такие же. In the third row we have the same signs as in the first row. And let's continue knitting up to the 11th row. All the signs are the same. Let's knit together the second row. Let's start knitting. Давайте вместе начнем второй ряд. Покажу, что получается. Итак, провязываем петли планки. Let's knit the loops of the button placket. Okay. 10 loops. Так, перебрасываем маркер. Так, эта петелька у нас стоит изнаночная. Purl. Then, look. 1, 2, 3. Три лицевых. 1, 2, 3. Накид. Yarn over. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. 2 петли вместе, наклон вправо. 2 loops together. From left look to the right. Все, finish. Now repeat this through the whole row. Повторяем весь ряд. Девочки, сделайте скриншот схемы. Take a screenshot of the scheme. Или вы можете найти эту схему в папке «Сообщество» на моем канале. Or you can find this scheme in the folder «Community» on my channel. Okay? But if you can't find, just take a screenshot. Смотрите, я провязала 12 рядов. I finished with the first 12 rows of the pattern. Yes? Look how beautiful they are. Красивые, правда? И мы сейчас с вами в 13 ряду. Now we are in the 13th row. I'll show you how to knit this sign. Покажу вам, как вязать вот этот вот значок. Итак, я провязала планочку. Let's begin. Первая петелька у нас изнаночная. We purl. Yes, you see, purl. А затем вяжем 2 петли вместе с наклоном влево. Knit two loops together at the same time. Look, this way. Затем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 loops you need. 6 лицевых.
4, 5, 6. Окей, okay. Yarn over, накид. 1, 2, 2 лицевых. And purl, изнаночная. Снова изнаночная. Снова изнаночная, and it's the beginning of the second pattern. Да? Все, таким образом мы вяжем с вами 13 ряд. Очень красиво. Какой цвет, какой рисунок. Красота. I like it, and you? Когда вы закончите провязывать 24 ряд, look, when you finish the 24th row, мы начинаем вязать с вами с самого начала. We start from the very beginning. We start with the first row. Look, the first row looks the same as the 25th. То есть, смотрите, первый ряд – это повторение 25-го ряда, да? И таким образом провязываем рисуночек дальше. Продолжаем вязать. We continue knitting. Look, how much work I've done. Посмотрите, сколько я уже проделала работы, да? Полкофта уже готова. Итак, so, мы провязываем с вами 35 сантиметров. We need about, look, 35 and a half centimeters. Не забываем делать петельки для пуговок. Don't forget to make holes for the buttons, for future buttons. Yes? И когда настанет время делать четвертую петельку, when it's time to make the fourth hole for your buttons, look what else we are going to do. Посмотрите, что мы еще будем делать. Not only will we make a hole, but we will also separate our parts. We will separate our back part from our front parts. Мы помимо петельки для пуговки, девочки, с вами еще будем сейчас разъединять нашу спинку. Вот моя спиночка, да, маркеры ваши. Разъединять ее от фронтальных частей, от полочек. Левый и правый. Итак, я начала делать петельку для пуговки. I started the hole for the button. And look, I knit this row up to this part. Я вяжу этот рядочек вот до сих пор. This is my mark. Это моя отметочка между полочкой и спинкой. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек оставляем. Просто оставляем. Это наш будущий будет подрез. В этот раз с подрезом будем кофточку вязать. Разворачиваемся. Turn. Yes, just turn. And knit, go on knitting just the front part of your cardigan. И все, мы сейчас будем вязать только эту часть кардигана. Спинку и вторую полочку не трогаем. Все, оставляем эту часть. Вот раз, все, и вяжу изнаночный ряд. Все. Look, just leave this part. Don't knit it. Leave it. Когда вы закончите с петелькой для пуговки, последней петелькой, when you finish with the fourth hole for the button, настанет время делать наклон, вот такой вот, смотрите, вот такой вот наклон горловинки. It's time to make, Google says it's called incline in English, you know, because we have a V-neck, у нас с вами V-образная горловинка, да, поэтому будем наклонять. Для этого мы будем в каждом сейчас четвертом ряду избавляться от одной петельки. To make this, we are going to get rid of one loop in every fourth row. Посмотрите, как я это буду делать. Итак, провяжите одну петельку лицевую, вот после рисунка, да? А затем, look, I need two loops together as one. Я провязываю две петли вместе, как одну. Все, от одной петельки избавились. Дальше провязываем три ряда. Then knit three rows. And then do the same thing in the next row. Я закончила вязать полочку. I finished with the right side front part of the cardigan. Вот мои убавочки. Look, this is my V-neck future. Yes, V-neck. And here is going to be the sleeve. А здесь у нас будет рукав. Девочки, если вам трудно одновременно вывязывать рисуночек и одновременно убирать петельки, то не провязывайте здесь рисунок. Вяжите просто лицевые. If it is difficult for you to knit the pattern and at the same time to get rid of the loops, just leave the pattern. Don't knit it at this side. Just knit. Okay? If it is difficult. So, and put your loops onto a safety pin, a kind of safety pin, and leave them. Оставьте петельки плечика на булавочке и оставьте клубочек. Yes? Don't cut off this thread. We still need it.
because later we are going to need the button placket. We're going to continue it, yes? Не обрезайте ниточку, будем дальше вязать планочку, нам еще эта нить понадобится. Либо отмотайте такое хорошее количество кусок нити и только потом отрежьте. Забыла сказать самое главное. Девочки, мы убираем 14 петель. And now the most important thing, I'm sorry, I just forgot. You should get rid of 14 loops. Yes? 14 loops here. 14 times. А теперь спинка. And now our back. So, look here. This is our mark. Итак, это наш маркер, который обозначает боковой шов, ну, которого на самом деле нет. Do you remember our five loops? Помните наши пять петелек? So, take these loops onto a safety pin, перекидываем их на булавочку. And five more, look, и еще пять. 1, 2, 3, 4, 5. So, these are loops from the back. Эти пять петелек у нас от спинки. Все, пока их не трогаем. Leave them. Just leave them. Okay? Then, take... Take new... What's this in English? I don't know. Sorry. Write in the comments. Берем новый клубочек, новую ниточку. И вот так вот ее прикладываем, да? И начинаем вязать спинку. And knit your back. Вяжем ее до тех пор, пока не останется вот здесь вот пять петелек. Пять петель не трогаем. Перекинем их тоже на булавочку, да? Это наш подрез будущий. Don't knit these five loops. Look, 1, 2, 3, 4, 5. This is my mark, which marks the seam, imaginary seam. Yes, here is no seam actually, but it should be here. Yes, and let's put this 5 + 5, 10 loops onto a safety pin too, okay? Так, я провязала спинку. This is my back part of the cardigan. And look what I've done. И посмотрите, что я сделала. Провязываем мы, смотрите, получается 1, 2, 3, 4, 5. Five times, look. 1, 2, 3, 4, 5. Точно так же, как и на полочке. У нас здесь столько же провязано. Так, получается 1, 2, 3, 4, 5. Да? 5 рапортов. Так, далее. Провяжите 28 петель. Knit 28 loops here. This is one shoulder. And 28 loops here. This is the other shoulder. А посерединке петельки между ними закройте. And close the loops which are in the middle. Yes? Затем мы с вами вяжем плечико. И смотрите, у горловинки убираем 3 петли. We knit our shoulder. And we get rid of 3 loops here. Yes? Look, we have an incline. And so that you have here now 25 loops on your shoulder. Yes, because we have here 25 loops. This is the front side of our cardigan. Don't count the button placket. Yes, just this part. We have 25 loops here, 25 loops here. And now we need to have 25 loops here. But we have 28. Итак, нам здесь тоже нужно добиться того, чтобы было 25 петель, как и на планочке, да? На передней, ой, на полочке. Планочку не считайте. Вот эта часть у нас 25 петелек. И эти плечики должны сейчас быть по 25. Ниточку здесь оставьте подлиннее на этом плечике. Берем новый моточек и вяжем второе плечо. Нам тоже нужно убрать по этой стороне 3 петли. Ну, вот так вот берете его и начинаете вязать. Многие просто спрашивали. Казалось бы, простая вещь, но спрашивают. Так, даже давайте начнем с первой. Вот так вот. Убираем по петельке в каждом втором ряду. We get rid of three loops three times. So in every second row. Второе плечико тоже готово. I'm ready with the second shoulder. Look, I got rid of three loops. Yes? 1, 2, and 3. Yes? Leave the thread quite long and cut it off. Our back now is ready. Теперь наша спинка готова. Ниточку оставьте подлиннее. Мы ее будем делать соединительный шов. Теперь нам осталось закончить с вами, провязать левую полочку. Now only left front side of the cardigan is left. And let's knit it. Don't forget about 10 loops between your back and between your front. Не забудьте про эти 10 петелек, которые мы оставляли для подреза. Да? Полочку будем вязать так же, как и правую. Да? Здесь у нас будет наклонная линия. Here we are going to have a kind of incline. Yes? And we are going to get rid of one loop in every fourth row.
Убираем по одной петельке, провязываем по 2 вместе в каждом четвертом ряду, чтобы получить наклонную линию. And we need to get rid of 14 loops. Убираем таким образом 14 петель, да? И получаем нашу полочку своеобразным вырезом. Еще один очень важный момент. And one more thing, very important. Do you remember? Помните? Мы сперва с вами, прежде чем начать убавочки, before starting getting rid of our loops here, we needed a hole for the button. Мы с вами провязали петельку для пуговки. Помните? И только потом начали убавочки. С этой стороны, this side, first, we don't have a hole for the button, yes? We will have a button here. У нас здесь будет пуговка. Поэтому провяжите вот эти 4 рядочка. Knit these 4 rows. 1, 2, 3, 4. And only after that start to get rid of the loops. И только потом начинаете делать вот эти вот убавочки, какие мы делали здесь. А иначе у вас одна полочка получится длиннее, а вторая короче. Otherwise, you'll get one side longer than the other one. Yes? So, first 4 rows, and then make an the incline. А теперь давайте соединим с вами плечевые швы. And now, let's join our shoulders. Yes, this is my back. This is my front side. Let's join them. Вот так вот. Итак, перекиньте петельки на спицы. Put all the loops onto your sticks. And join them this way. И соедините вот так вот. Вот наша ниточка, которая оставалась у нас, да, после вывязывания. Here is the thread that was left. Now you will need a hook. Нам потребуется вот такой вот крючок. Вот я взяла. Не знаю, какой-то размер примерно. 1,4. Окей, let's start. Так, как мы будем работать? Look very carefully, very attentively. Итак, берем вот эту петельку. Take this loop. Берем вот эту петельку. Take the second loop from the second stick. И продеваем крючком. Снова. 1, 2. And 3. И продеваем уже 3 петельки крючком. Так, сейчас, секундочку. Окей, вот так вот. Снова 1, 2, 3. 1, 2, 3. И у нас получится с вами вот такой вот аккуратненький шов. Here we have a very beautiful seam. Давайте я вам на втором плечике покажу. Вот какой он. Да, и вот как он выглядит с изнаночной стороны. Ну и плечико таким образом у нас не сильно растягивается, да? Держит форму. Вот такой вот шов получается. Look at the seam. Окей. Okay. So, finish the second one. И давайте закончим второй. Итак, наши плечики готовы. Our shoulders are ready. А теперь давайте закончим с планочкой. Let's finish with the button placket. Итак, нам нужно эту планочку привязать до сих пор, до серединки. We need to join the placket with the back neck up to the middle, yes? So find the middle, найдите серединку спинки, и до этой точки мы будем вязать. Итак, как мы будем это делать? Смотрим. Вяжем планочку по рисунку. Let's knit as usual. Так, knit purl. Лицевая. Вяжем дальше. Purl, knit, изнаночная, лицевая, изнаночная. And now look. А теперь внимание, attention. Последнюю петлю мы будем провязывать сейчас вместе вот с этой частью. We are going to knit our last loop together with this part. Look, I catch. Давайте подхватим вот эту часть. I catch this. And I pull the thread inside. Look, now they are knitted together. Провязаны вместе, видите? Мы прикрепили к этой части. Then make a turn. Разворачиваемся. Вяжем изнаночный ряд. Угу. Лицевая. Снимаем. Лицевая. Knit. Leave the thread in front of the loop. Так. Хорошо.
Снова давайте сделаем еще один разочек. Лицевая, изнаночная, knit, purl, knit, purl. Хорошо, подошли к последней петле. Так, ловим. Ну вот, мне хочется, наверное, вот сюда вот попасть. Да, давайте вот сюда вот, вот в эту часть. Так. Все. And knit them together, yes, as one. И провязываем как одну целую. Then again turn. А затем снова последнюю петельку будем так подхватывать, до самой серединки. Up to the middle, yes. Okay. Я закончила одну сторону. Look, I finished one side. You see? Do you like it? Когда вы будете вязать в противоположную сторону, when you knit the opposite side, look, the last loop, последнюю петельку, it is purl. Она изнаночная, да? И мы ее будем провязывать с вами. Вот смотрите. Как изнаночную. So let's purl it. Yes? Mm-hmm. А с этой стороны, and from this side, we have a knit. А с этой стороны у нас лицевая будет получаться. Окей? Вяжем вторую сторону планочки, пока не дойдем до серединки. So knit this side of your button placket until you finish here in the middle of the neck from the back. Когда вы провяжете планочки с обеих сторон, when you finish with your button plackets from both sides, now it's time to join them, yes? Separate your knits and your purls. Девочки, отделите лицевые петельки от изнаночных. Видите, как бы на два слоя, да? Then take the thread that was left. Ниточка, та, что оставалась, вденьте в иголочку. And now let's sew. Давайте сшивать этот интервальчик наш, да? Давайте вводим иголочку вот в эту петельку. Okay, start with the first loop. You may free it. Далее подхватываем вот эту петлю. And this one at the same time. Первую и вторую одновременно. Так. Протягиваем. Очень кропотливый шов. Then again, look. Затем снова в первую на этой стороне. И подхватываем вторую. The first and the second. Pull. Very carefully. Then again. Вот мы остановились в этой петельке. We stopped here. And take the next one. И подхватываем следующую. Опа. Снова. Мы вот здесь остановились. Подхватываем следующую. Так. Шов, змейка, по-моему, это называется. Ну, неважно, как он называется. Главное, принцип, да? So, our thread goes like a snake. This way, yes. Так, снова, где мы остановились в петельке? Вот в этой. И подхватываем новую. И точно так же, очень аккуратно переходим на вторую сторону петель. Да? Then turn and do the same from the back side. Итак, я перешла на противоположную сторону. Let me show you the opposite side, yes? Look here. Видите? It looks like it's one. It doesn't look like here are two parts. It looks like one part.
Планочка, горловинка готова. Our neck is ready. And now it's time to knit the sleeve. Yes, the sleeve. Итак, настало время взять рукавчик. У нас здесь оставалась с вами ниточка после шва. Помните? We have a thread here left after this seam. Yes? So make it longer. Yes? And let's knit. Так, вот моя пройма. This is the place for our future sleeve. И для начала нам нужно с вами набрать петли по периметру проймы. First, let's make new loops, yes, here, so that we can knit our sleeve. Как будем набирать петельки? Итак, вводим спицу в петлю и протягиваем нить. Look how I make new loops. Yes, I catch the thread from inside and pull it in front. Набираем следующим образом. Две петельки набираем, вот эту пропускаем. Two loops, look here, one by one, and this one is left. Снова. Раз, два, набираем, эту пропускаем. This one is left. And again. One, two, this is left. Снова берем, эту пропускаем. Все, так работаем. По всему периметру. Теперь я подошла к подрезу. This is the place under my arm. А эти петельки мы с вами просто провяжем лицевыми. You just knit them. Look. Knit. 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 Yes. И когда мы закончим здесь, дальше с этой стороны тоже продолжаем набирать петли. And then we continue, yes, to make our loops up to this place. Ну, let me show you. Давайте снова покажу. Так. Итак, я набрала петельки. I'm ready with my loops. Простой способ вязать рукав. Вы просто по кругу вяжете рисуночек, и у вас получается простой такой рукавчик прямой. The simple way to knit your sleeve is just knit it in circles with this pattern, yes? But I'll show you one more way to knit this sleeve. It's more difficult, but it looks much more, much better. Но есть более сложный способ. Он чуть потяжелее, но он выглядит классно. Итак, рукавчик получается закатом, и он сидит лучше. Let's knit 6 loops to the left and 6 loops to the right. Провяжем сейчас 6 петель влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wrap. Обернем вот эту петельку, обнимем ее. Make a turn. Развернемся. Вяжем 6 этих же петель. 1, 2, 3, 4. 5, 6. И вяжем следующие 6 петель. And let's knit 6 more loops. Look. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Обернули следующие. Wrap the following loop and turn. И разворачиваемся. Now let's start the pattern. Давайте теперь начнем рисуночек на этих 12 петельках. Purl. Изнаночная, knit, knit, две лицевые, yarn over, накид, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 лицевых, 2 петельки вместе с наклоном вправо, 2 loops together, and purl, изнаночная. Окей, вот петелька, которую мы обнимали, here is the loop that was wrapped. Now let's join 3 more loops, давайте теперь присоединим к нашему рукавчику 3 петельки. Look, 1, 2, 3. We joined 3 more loops. Снова оборачиваем следующую, wrap, and make a turn. И разворачиваемся. Укороченные ряды у нас получаются сами, да? Провязываем все. Let's knit. Окей. Okay. Смотрите, вот петелька, которую мы оборачивали. This is the loop that was wrapped, but from the back side, yes? Now, let's join 3 more loops. Снова присоединяем 3 петельки. 1, 2, 3.
Wrap. И обертываем следующую. Turn. Разворачиваемся. Теперь у нас уже 9 петель здесь и 9 петель здесь. Now we have 9 loops here and 9 loops here. In the following row, look here. В следующем ряду, девочки, мы прибавим очередные 3 петельки. We are going to join 3 more loops. 1, 2 and 3. Еще 3 прибавим. Ну, давайте вместе. Так, вот я провязала свои петельки. Now I'm here. Теперь я здесь. Don't forget about the pattern. Yes, I continue to knit the pattern. Продолжайте вязать рисуночек по центру. У вас уже достаточное количество петель здесь, чтобы его вязать. Так. Следующий, на следующий раппорт еще недостаточно петель, а в серединке уже достаточно. Итак, присоединяем еще 3. Let's join 3 more loops. 1. This is the loop that was wrapped. Start with her, start with it. 1, 2, 3. Итак, с петельки, которая была обернута, идет отсчет новый. 1, 2, 3. Прибавили. Wrap the next. Следующую обернули. Развернулись. Now let's join from this side. Look, 3 more loops. 1, 2, 3. Yes? Прибавим еще 3 петли с изнаночной. И таким образом мы с вами будем работать до тех пор, пока не дойдем до подмышечной впадинки. So, let's continue to work this way until you get here, until you get to the loops that are right under your arm. Yes? Okay, let's go on. Ну, смотрите, что у вас должно получаться, да? Я постепенно прибавляла. Look what I have. Yes, I joined 3 loops, 3 more, 3 more, 3 more. И когда вы дойдете до этого места, when you come to this place, this is the place where you had your 10 loops on safety pin, yes? Это ваш подрез, правильно? То в этом месте вы уже не делаете поворот. Don't turn here, don't. Just continue to knit in circle. Просто продолжайте вязать по кругу. Что у нас тут по рисунку получается? According to our pattern, we need to purl here. Yes, purl. Угу. Все, эти петли просто провязываем, петли подреза. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь по рисунку. Let's look at our pattern from this side. 3, 6, 7, 8, 9, 10. This loop is purl. Эта петелька изнаночная должна быть у нас по рисунку. Все, и продолжаем вязать рисунок. Следующий ряд у нас будет с вами, look here, the following row. It's like the second, the fourth, the sixth. Мы просто будем провязывать все петельки лицевыми. We are going to, ну, кроме вот этих значков. We are going to knit all the loops like in the second, in the fourth, and in the sixth row. Knits and purls. No yarns over. То есть вот этот ряд, так как у нас круговая вязочка будет, да, он будет наподобие нашего изнаночного, как мы изнаночные вязали, да? Но тогда у нас были все петли изнаночные, а сейчас, смотрите, все лицевые. Knit, 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 knit. Так, сейчас дойдем до рисунка. Вот, look here. We need to knit here, just knit. Да, просто вяжем, как в четных рядах. Все, никаких пока накидов. No yarns over. А вот в следующем ряду, and in the next row, yes, we will continue to make the pattern, and we will continue to knit as the first, the third, the fifth, the seventh rows. Будем уже как первый, третий, пятый вязать. Ну, как обычно, по рисунку. Поворотных рядов не будет, будет все по кругу. Вот в этом месте, девочки, я поставила маркер. I put a mark in this place. Yes, это наш подрез. Yes, this is the place under our arm. Ну, с тем, чтобы было мне легче видеть отсчет нового круга. So that it is easier for me to see the beginning of a new circle. И когда вы провяжете 5 полных кругов, when you are ready with 5 full circles, and you are in the sixth one, и вы в шестом кругу окажетесь, то, смотрите, настанет время нам с вами избавляться от петелек, сокращать количество петель. It's time to reduce, to start to reduce the number of loops. Look, I need 2 loops together. And from this side of the mark, I also need 2 loops together.
И будем мы так делать с вами, по 2 петельки провязывать вместе справа и слева от маркера, в каждом шестом ряду. Let's repeat this in every sixth row. Why do we need this? Because we don't want our sleeve to be as wide here, yes, near the cuff, as it is at the very beginning. Look, it is wide in the beginning, at the beginning, and it is much more narrow near the cuff. Нам нужно его поуже сделать к манжетику, правильно? Мы же не можем его таким же широким оставить, как у проймы, так же и у манжета. Поэтому заужать, начинаем заужать рукавчик уже здесь. Да? Окей. Ну и в итоге, in the end, you'll get a sleeve like mine. И в итоге у вас получится рукавчик, вот как мой, да? Вот он идет. Ну, манжетик сейчас еще вместе свяжем. We're going to knit the cuff together. Yes, I'll help you. Я провязала рукавчик. I have just finished, not finished yet, my sleeve. Look here. I knitted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times. Я провязала 10 раз наш вот этот вот рисуночек. Убавляла петельки. И посмотрите, I reduced the number of sleeve, the number of loops. И к моменту манжетика, вывязывания манжета, by the beginning of knitting our cuff, у меня здесь уже примерно, ну сколько здесь, расскажу, 12 сантиметров. I have almost 12 centimeters here. То есть здесь у меня рукавчик был очень широкий. Here it was wide, yes? And here it is much more narrow. А здесь он стал гораздо уже. Now let's knit the cuff. Давайте теперь вязать манжетик. Для того, чтобы начать вязать манжет, нам нужно, чтобы у нас было с вами 48 петель. We need to have here 48 loops. Yes? It's enough. It's just the right number for the elastic. Итак, у меня здесь получилось 56 петель. I have here 56 loops. А для того, чтобы вязать манжет and to knit the cuff, I need 48 loops. Мне нужно 48 петель. Поэтому, как мне избавиться от ненужных 8 петель, да? Давайте 56 разделим на 8, и мы получим с вами 7. То есть, каждые 7 петель закрываем одну петлю. We need to knit two loops together every 7 loops. Look here. Так, посмотрите, как мы это будем делать. Раз, два, три, four, five. Six and seven you knit together. А шестую и седьмую провязали вместе. Снова. One, two, three, four, five. Пять. А шестую и седьмую провязали вместе. Вот, у нас уже минус две петли. Now we have minus two loops. So let's continue. And we end up with 48 loops. И в итоге у нас окажется их 48. Теперь у меня 48 петель. Now I have 48 loops and I'm ready to knit the cuff. И я готова вязать манжет рукава, sleeve cuff. Окей, как будем вязать нашу резиночку? Мы будем вязать точно такую же резиночку, как на подоле. We are going to knit just the same elastic as you can see over here. Но кругами, but in circles. Look here. Снимаем одну петлю. Нить позади. The thread is behind your loop. Then purl. Затем изнаночная. Снова снимаем. Put the loop onto your right stick. Leave the thread behind. Okay. Then purl. Все. Сняли. Изнаночная. Сняли. Изнаночная. Окей. Вяжем первый ряд. This is the first row. Первый ряд готов. Now the second row. Второй ряд. Нит. Лицевая. Purl. Изнаночная. Нит. Purl. Лицевая, изнаночная. So, repeat the first and the second rows. Повторяем первый и второй ряд. Я провязала манжетик. Здесь примерно 6 сантиметров. So, I finished knitting the cuff. Here are about 6 centimeters. И давайте завершим вязание манжета. Now, let's finish knitting the cuff. I'll show you how to do it. Look, our cuff will look this way. Смотрите, как наш будет манжетик смотреться, да? Вот такая вот резиночка на конце, она предотвращает растягивание. So, look, yes, it's a special type of elastic at the end of the cuff. So, let's knit together. Давайте вместе провяжем. Лицевая.
Изнаночную снимаем нить перед петлей. Knit. Then put the loop onto your right stick. The thread is in front of your loop. So, первый ряд. This is the first row. Второй ряд. The second row. Лицевую снимаем нить за петлей. Изнаночную провязываем. Now vice versa. You put your knit onto the right stick and you leave your thread behind it. But you purl the following loop. Yes? Итак, снимаем, провязываем. Снимаем, провязываем. This is the second row. And then repeat again the first and the second row. А затем снова повторите первый и второй ряд. Я провязала 4 ряда завершающих. So I finished with the last rows. And now cut off your thread and insert it into your needle. Yes, put it inside a needle. Okay, and now I'll show you how to finish, how to close our loops. Давайте покажу, как закроем мы с вами петли очень красивым способом, очень аккуратным. Будет вот так вот красиво выглядеть наш край. Итак, начнем мы работать с изнаночной петли, поэтому вот эту лицевую я пока сниму. I'll leave it here for a while. Let's start with the purl. Начинаем с изнаночной. Давайте ее развернем. Turn it. And insert the needle. Insert the needle. From left to the right. Yes, look. From left to the right. And pull. And pull. Okay. Then put your needle. Ставим в лицевую петельку предыдущую и в лицевую следующую. From right to the left. Справа налево. И тянем. Ой, будьте аккуратны. Тут куча спиц у меня. Окей, now pull. Затем снова в изнаночную, но справа налево. And then again. Into your purl from right to the left. Все, снимаем их со спицы. And again. Let me show you one more time. Переворачиваем изнаночную слева направо. From left to the right. В лицевую предыдущую. Inside your previous loop. And into the following loop. И следующую петлю. Справа налево. From right to the left. Окей. Pull. И снова в изнаночную. Справа налево. Окей. Look here. How beautiful it is. Ну, еще разочек давайте покажу. Просто понаблюдайте. I'll show you once again. Okay. Продолжаем до конца ряда. So, go on until the end of the row. Ну вот я и закончила обрабатывать край. I finished. Look how beautiful it is. Yes, it looks nice. Okay. So, our cardigan is ready. Наш кардиган готов. Just hide all the threads. Спрячьте все ниточки. Yes, wash it carefully. Аккуратненько постирайте, высушите. И останется нам с вами пришить пуговки. And only to sew buttons. That's what is left. Yes, to sew the buttons. Я покажу, сколько весит готовое изделие. Значит, это у нас 255 грамм. So, this is how much it weighs. Yes. Those are grams. 254 grams. Но, девочки, по моточкам у меня ушло 11 мотков и 12 там у меня весь в образцах связанный. То есть показывает, я не знаю, может быть, пух разлетается. Если это разделить на 25 грамм, получится 10 там мотков с копейками. Но на самом деле нет, 11 мотков ушло. Я не знаю, куда этот вес пропадает. 11 мотков и, говорю, 12 у меня еще весь там в образцах связанный. Поэтому рассчитывайте на 11-12 моточков. Мало ли, где-то рукавчик подлиннее будет или кофточка подлиннее. 12 мотков понадобится. We'll need about 11 or 12 balls of yarn. Of this, exactly this yarn. Yes? Я вам обещала в конце видео показать один трюк, который поможет распушить ваше изделие. Итак, берете вот такую вот бегудюшку. Если у вас такие не завалялись, то можно взять липучку, которая продается в фурнитуре, да, все для шитья, и взять ту сторону липучки вот с такими вот иголочками. Видите, какие они мягкие и одновременно цепкие. И мы берем с вами полотно и вот так вот начесываем его. Вот так вот.
И после такой процедуры, я вам скажу, пух ложится еще более активно, раскрывается. Он и так у вас будет раскрываться, знаете, от одного движения, от одного вот соприкосновения, влажная обработка. Чем больше вы соприкасаетесь с пухом, тем больше он будет раскрываться, раскрываться и ложиться. Ну, если вы досмотрели до конца, то я вам очень благодарна, что вы оставались со мной. I'm very thankful to you that you watched this video up to the end. И в следующем видео мы свяжем с вами что-то еще очень пушистое из этой же пряжи. Не пропустите вторую серию этого крольчачьего сериала. Будет очень интересно. Все. Спасибо, что были со мной. Ровных вам петелек. Терпения вам. Пусть у вас все-все получится. И пусть у вас будет больше времени заниматься вашим любимым делом.